первую очередь хочу поблагодарить наших игроков за такую самоотдачу. Игра была такая интересная, я думаю, для болельщиков. Держала в напряжении всех. Было очень много голевых моментов с обеих сторон. Я думаю, хорошая игра получилась. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы за Урухапову и не забывайте представляться. Если вопросов больше не будет, всем спасибо. До новых встреч на футболе. До свидания.